же, главное предложение только сегодняшнего дня – это итальянский бренд Cavani, который представляет особенную изюминку вашего гардероба. Потому что мы, женщины, всегда хотим привносить эту изюминку и быть запоминающейся. Поэтому именно ботинки от бренда Cavani, воплощающие актуальные тренды, традиции и любовь к природе, сегодня главное предложение дня представляет модельер-конструктор Светлана Гарова, эксперт рубрики «Обувь». Привет, Лена, еще раз. На самом деле, да, мне очень нравятся эти ботинки от любимого бренда Cavani. Давайте посмотрим. Это у нас креативный стиль пэтчворка, когда собраны из кусочков отполированной кожи и выглядит как буквально ручная работа. Мне очень нравится, что эти ботинки у нас утепленные, имеют две индивидуальные подстройки. Мы видим, что есть и функциональная шнуровка, а также у нас есть с вами и функциональная молния, которую мы расстегиваем. И что же мы видим внутри? А внутри мы с вами видим мех вильбоа, который будет согревать ваши ножки до минус 15 градусов. То есть потрясающее предложение от любимого бренда итальянского Cavani, который будет вас согревать, ну и, естественно, украшать вашу ножку. Итак, что мы получаем сегодня? Мы получаем сегодня главное предложение дня из полностью натуральной кожи ботинки Genius. Это зимние ботинки до минус 15. Сегодня с дополнительной скидкой 16% и возможностью выбора своего цвета. Итак, внимание. Я выбрала для себя сегодня яркий, насыщенный бордовый цвет. Он мне очень нравится. У нас в заказах также есть коричневый, приятный, да, такой даже шафран. Его меньше всего. Бордовый тоже уже пользуется популярностью. И, конечно, черный цвет. Это обувь, которая дарит вам радость. Поэтому выбирайте именно сегодня. Я говорю, что это абсолютная новинка. Это эксклюзив, который впервые представлен на нашем телеканале. И самое главное, вы будете необыкновенны. Потому что дизайнерские ботинки итальянского бренда Cavani появляются у вас от 36 до 40 размера. Как мы выбираем размер? А, ты знаешь, здесь на самом деле надо быть немножко повнимательнее, выбирать для себя на один размер меньше. Например, у вас 39 и 38 пара будет на вас сидеть идеально. И благодаря тому, что эти ботинки у нас выполнены из натуральной кожи, ты видишь, какая здесь округлая носочная часть, конечно же, увеличенная полнота, сядут идеально по любой анатомии стопы. Поэтому на один размер меньше для себя. Ты знаешь, вот я на них сегодня смотрю, да, и я почему и выбрала сегодня именно для себя эти ботинки. У меня есть у подруги, Анастасия ее зовут. Вот она сама стилист, она часто раньше по работе летала в Италию, и у нее есть подобные ботинки. Ты знаешь, каждый раз, когда она их надевает, вот где бы мы ни были, все смотрят на нее. Перед ней открыты всегда все двери. То есть ты понимаешь, что реально обувь, которая шита на заказ, она там очень дорого их приобретала. И ты знаешь, ну, наверное, лет 5 уже их носит. Они выглядят идеально. Вот когда образ, это только ботинки. Все. Да, ну ты знаешь, на самом деле, это уже акцент на обувь, да, действительно. Мы видим, как потрясающе выполнен стиль пэтчворк. Мы видим, что здесь у нас тонированная, очень яркая, такая глянцевая натуральная кожа. Как это выглядит? Действительно, как натуральная ручная работа. Мне очень нравится, что у нас большая комбинаторика натуральных материалов, благодаря чему идеально впишется в ваш образ. Эффект тонирования кожи имеет, конечно, особый вид окрашивания. Всегда это дорого, это престижно. Посмотрите, кожа действительно абсолютно мягкая. Все-таки бренд Cavani – это итальянский бренд, поэтому мы здесь используем наших коллекциях инновационные материалы, которые потрясающие, мягкие, эластичные, которые подстраиваются под анатомию вашей стопы, ну и, естественно, привлекают ваше внимание. Очень красивый внешний вид, модный стиль. Ты знаешь, кстати, хочется сказать, что на самом деле это тренд, и его очень часто используют в своих коллекциях именитые дизайнеры. Посмотри, как красиво выглядит стиль пэтчворк на подиумах, да, когда мы можем наблюдать, что его действительно, он настолько яркий, настолько необычный, всегда выделяется ваш образ. Итак, выделять свой образ мы будем сегодня с ботинками Genius итальянского бренда Cavani. И, кстати, сразу же вопрос, вот они же там где-то, да, такие вот как эффект состаренности, винтажа. Да. Скажи, как правильно за ними ухаживать? То есть, ну, обувь-то дорогая, сразу вот вопрос, а чем правильно за ними ухаживать? Ну, ты знаешь, на самом деле очень приятно, что у нас с вами есть специальные коллекции обувные, да, которые мы можем использовать для ухода за нашей прекрасной обувью. То есть мы выбираем бесцветный здесь, например, крем, мы выбираем для себя губку с бесцветным кремом и пропитываем
пропитывают, есть, да, угу. есть специальные пропитки, есть специальные спреи. Это все поможет нам в уходе как раз-таки за нашей обувью. Натуральная кожа в данном случае не требует какого-то специального ухода, и это особенно приятно. Почему? Потому что мы понимаем, что мы носим такую пару обуви, мы выглядим стильно, мы выглядим красиво. Кстати, натуральная кожа с каждым годом выглядит все более престижно, все более дорого и более богато. Ну и я хочу сказать, что сегодня, да, и богатый, и щедрый телеканал, потому что вы получаете подарок при заказе на сумму от 4990 рублей от нашей рубрики. Подарков много, которые достанется вам, мы не знаем, но поверьте мне, там и клатчи, и набор салфеток, и даже косметичка, крем для рук. То есть вот такой, знаете, у нас сегодня мешок Деда Мороза, который достанется нашей телезрительнице. Делайте заказ на сумму 4990 рублей. Но, конечно, у меня основной вопрос, знаешь, когда вот они красивые, они дизайнерские, они вот этим берут. Но, конечно, насколько они удобные, насколько удобно в них комфортно ходить каждый день. На самом деле абсолютно удобные, причем мне очень нравится, что здесь у нас двойная подстройка, мы видим, функциональная шнуровка есть, именно благодаря ей можно идеально зафиксировать по своей ножке и как раз-таки отрегулировать по своему подъему. И, конечно же, прекрасно, что есть функциональная молния, которая позволяет буквально за секунды расстегнуть. Мы видим, что внутри у нас мех вельбоа, который будет согревать наши ноги до минус 15 градусов. И давайте еще посмотрим на эту потрясающую также трендовую подошву, которая у нас, во-первых, прозрачная, это тоже тренд 2022 года. То есть то, что мы сегодня вам подобрали, это идеальный вариант. Посмотрите, какая идеальная колодка. Вы видите, что здесь округлая носочная часть, увеличенная полнота. И мне очень нравится, что натуральная кожа у нас, конечно же, всегда подстроится под любую анатомию стопы. Это идеально. Почему? Потому что вот мы сейчас нашу Женю попросили сделать замерчик. Мы видим, что 27 сантиметров обхват ее стопы. И также мы видим, что у Жени есть и деформация пальчиков, и есть вальгусная деформация. Но тем не менее, во-первых, буквально за доли секунды наша Женя сейчас обует эти ботинки. И что хорошо, они сразу же сядут мягко, очень уютно по ее ножке. Посмотрите, застегнула за секунду молнию. И не расшнуровала. Да, не расшнуровала ничего. Да. Все очень удобно. И посмотрите, как эффектно они выглядят. Ну, конечно же, всегда будут все обращать на вас внимание. Потрясающее предложение. Да, это обувь, потрясающее предложение. Я дополню, что это обувь, которая создана для радости, настроения, счастья. И обувь, действительно, которая дарит вам радость. Сегодня уникальное предложение от итальянского бренда Cavani. Менее 4000 рублей. Полностью натуральная кожа, удобные, комфортные, но зато вы будете выделяться, вы будете ходить и чувствовать, все смотрят на вас и обращают на вас внимание. С любым образом, с любой одеждой вы выбираете сегодня итальянский бренд Cavani. Обувь, созданная для радости.